8 ноября в Каспийске стартовала универсальная продовольственная ярмарка. Для ее проведения администрация города предоставила площадку на улице Советская. Свою продукцию на ярмарке представили не только местные производители, но и гости из Республики Беларусь. Посетителям предлагался большой выбор свежей, копченой и сухой рыбы. А белорусские производители представили каспийчанам широкий ассортимент молочных продуктов, сыров, масел, а также свежего мяса и мясных изделий. Я лично представляю белорусское масло, хороший свежий творог, домашнее топленое масло. 400 рублей. Активно посетители ярмарки приобретали сладости, халву, мармелад, зефир и различные виды ароматного чая. Очень давно как бы сотрудничаем с вашим регионом. Хотя бы раз в год мы приезжаем к вам. Организаторы и участники ярмарки постарались установить доступные цены для всех жителей города. Посетить торговые ряды каспийчане могут до 17 ноября.